Накануне состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир новоселам нового жилого дома, построенного в 203-м микрорайоне города. Новые квартиры предоставлены в рамках республиканской программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Застройщиком дома является ГУП ЖКХ. Все квартиры сданы с современной отделкой. Отметим, что с 2008 года на переселение из ветхого и аварийного жилфонда израсходовано 36 миллиардов рублей. Переселены десятки тысяч человек. А также в торжественном мероприятии принял участие генеральный директор государственной корпорации Фонда по содействию реформированию ЖКХ России Константин Цицин. Проживали по адресу Сафронова 69 в аварийном доме. Он уже давно признан аварийным. Очень ждали долго. Уже и надежд практически не было. Ну вот в один день прям нас осчастливили, всю нашу семью. Мы еще пребываем в состоянии шока. Не можем до конца осознать, что это наша квартира. Благодарим, значит, нашего президента Егора Афанасьевича, нашего мэра Айсана Сергеевича, ну и директора департамента жилищных отношений за такое знаменательное событие в нашей семье. Счастливый момент. Ура! Ура!